Анатолий Викторович, выпадение волос – проблема, с которой к вам часто обращаются пациенты. Почему так происходит? Свою карьеру ученого вы начинали с изучения алопеции. Вот расскажите подробно о том исследовании.
Анатолий Викторович, волосы выпадают ежедневно. Здесь играет роль количество. Как понять человеку и что его должно насторожить вот в объеме выпадающих волос, что это уже не норма и срочно необходимо обратиться за помощью к специалисту. И ни в коем случае, я подчеркиваю, не заниматься самолечением. То есть, когда ты просыпаешься, у тебя на подушке волосы, когда ты расчесываешься, идешь в душ, да, и везде на полу, вот, то есть, вот, когда их много. Считать мы их не будем, но... Что вы можете предложить вашим пациентам с проблемой выпадения волос? Какие специалисты метод диагностики существуют в центре биотической медицины? В завершение совет профессора. Спасибо.